вопросом, что там делает русский солдат на их территории. Это как раз-таки то, чего хотели избежать, то есть столкновение русского и азербайджанского народов. Но как раз-таки это сделано нашими правителями, якобы во имя мира. Я понимаю, что во имя мира, во имя красивых фраз можно делать очень плохие вещи, но ведь это наши правители, российские, они должны делать так, как выгодно нам, российскому народу. А теперь мы же опять в каждой бочке затычка. Мы стоим между воюющими сторонами. Этого как раз таки и надо было избежать. То есть не лезть в этот конфликт ни под каким предлогом. А мы туда влезли. Когда оставалось до его решения практически там, ну, может быть, неделя, декада, неважно. У Азербайджана были огромные успехи. Взята Шуша, а это позволяет фактически обстреливать Степанакертово. Там буквально километров 10, наверное. И вот сейчас вот эти два района отдаются Азербайджану. Потом почти весь Лачинский район, кроме вот этого коридора. Зачем нужен вот этот вот, не знаю, там, аппендикс или как его назвать? Вот явно это делал какой-то опер. Знаете, вот это вот круть-верть туда, потом верть-круть сюда, как в «Королеву бензоколонки». А в итоге решения и нету. Каково ваше мнение? Поделитесь им в комментариях. Можно здесь, можно в Инстаграм. Лайки и подписка тоже приветствуются. Спасибо.